Друзья, всем большой привет! Вы на канале Bubblegum End, и с вами я, Пломбир 13, и сегодня нас ждет распаковка аж 4 писем. Пусть они небольшие, но очень важные. Тут есть мега важный вкладыш для меня. Я его очень давно ищу, и в течение распаковки я вам его покажу и скажу, почему он для меня так важен. Все, не будем затягивать. Поехали, начнем с верхнего. Давайте в сторонку. Я даже стесняюсь вспомнить, что тут, кто обёрткой стимрол заклеил за ненадобностью. Как ни странно, сама обёртка не в самом плохом состоянии. Обёртка 90-х, я так понимаю, ещё без штрих-кода. Опа. Так, вкладыши я эти брал поштучно. И, кстати, качество даже лучше, чем я думал. Alfardes недавно выпускал подборку оберток к этим сериям. Номер в квадрате более редкое, в серии 70 штук. А есть еще номер в круге, вот. Серия 100 штук. Кстати, как для меня, я на 100% не знаю, но вот именно номер в квадрате это Пакистан, а номер в круге это Сирия. Ну, на 100% не могу сказать, но вот так. Гриндейзер оригинальный, без карт. По моим наблюдениям, с картами гораздо чаще, ну, не прям гораздо чаще встречается, но чаще встречается, потому что с картами у меня уже серия собрана, а вот оригинальный такого же размера без карт нет. Вот видите, с картами. Качество тоже шикарное. И тут вкладыши Том и Джерри немножко. Первый номер. Действительно, все в качестве. Я удивлен. Казалось, что качество на фото хуже. Покупкой вот этой небольшой доволен. Ну, я не помню, что-то по 30 или 40 рублей за штучку. Я взял Том и Джерри по 20 рублей за штуку брал, а все остальные по 30, 40 и квадратные номера по 50. Но это выгодная покупка. То есть, если перепродавать, то в два раза... Цену можно, ну, в два раза можно цену поднять минимум. На некоторые еще больше. Так, давайте дальше. Открываем. Да, так не получается вытащить. Тут еще нам бонус положили. Так.
берем тоже пока что. Не мешало нам. Так, это бонус современные вкладыши, обертки. Бонус это всегда приятно. Учитывая, тем более, что, наверное, в каталоге у меня таких оберточек вкладышей нет, добавлю. А вот два вкладыша, ловы с 8 серия. Это, как я уже не в одном видео говорил, большая редкость. Их я обменял у нашего подписчика, известного достаточно как коллекционера. Все его знают, не буду называть, с кем обменивался. Ну, думаю, он видео посмотрит, знает. Большое ему спасибо за предложение по обмену. Не могу сказать, что гоняюсь за этой серией. Но когда попадаются или есть возможность не очень дорого купить, то покупаю. 500-700 рублей за качество покупал несколько штук. Но так в основном, когда попадаются в стопках. Или вот по обмену несколько раз было. То, что у меня есть в серии, сейчас покажу в коллекции. Их я не продаю, сам собираю. Немножко, но все же есть. Мы вложим 99 номер и 24. Нет, потом вложу, чтобы записать сразу в список, а то запутаюсь. Все, откладываю. Дальше. Так, вот письмо с просто очень нужным мне вкладышем, долгожданным. Я его, скажем так, жду с детства. Также не могу сказать, что я прям списывался с коллекционерами, искал его, но постоянно мониторил аукционы. И вот за все время я его первый раз увидел, и мне удалось его купить. Возможно, он и раньше всплывал. Но... не... вот этот вкладыш. Давали к жвачке. Почему он для меня так важен? Потому что я с самого детства собирал эту серию, на что только не выменивал. И вот это последний номер, который мне нужен для полной коллекции. Хотел в свое время продать поштучно, но потом думаю, нет. Дособираю, и вот теперь она у меня полная. Качество разное. Давайте сразу вложим. Так, посмотрел, тут вроде запрещенки никакой нет. Чтоб нельзя было показывать. Вот теперь эта коллекция полные карты. С картами у меня вообще много чего связано. Я в свое время карты собирал, в карты играл. Очень даже неплохо у меня это получалось. До сих пор со мной многие не хотят садиться в карты играть. Да и я сам этим больше не увлекаюсь. Давайте следующее посмотрим, что у нас там осталось. Последнее. Толстенькая, но тут также немного. Ну, посмотрим. Кстати, кто продавал, ставку я делал. 1000 рублей за этот вкладыш я сделал ставку, чтоб, не дай бог, кто-то перебил. Вот настолько он мне... нужен был.
Хотя средняя цена, я так думаю, 200, ну, 200, может даже поменьше, 150 рублей сейчас. Тоже интересная история с этой посылкой была. Уехала она в другой город. Возможно, тот, кто сейчас смотрит это видео, держал их в руках. Эти вкладыши, так как мне пришли его вкладыши, там большая стопка была, я коробка целая. Вот, наверное, вот такой, мне кажется, где-то толщины. Я даже распаковывать не стал, потому что понял, что отправили не то. Связался с продавцом. Или продавец первый мне написал, поскольку также посылка лежала, и думаю, вскрывать, не вскрывать. Ну, в общем, приехали мои вкладыши наконец. Давайте посмотрим. Тут русы и, по-моему, один двухтысячник. Двухтысячник, ну, так, наверное, качество что-то среднее, я бы сказал. Не идеальное. Вот тут, кстати, наоборот, на фото казались они лучше качества, чем сейчас пришли. Вот, вот, вот этот классного качества, Спорт 33. Тоже классное качество. Ну, сейчас еще пойду проверю, все ли пришло. Вот такой у нас обзорчик получился, небольшой. Но поскольку я собрал полную коллекцию, также два вкладыша очень редких лавы с 8 серии мне пришли, считаю, классное пополнение. Да тут не просто классное, но шикарно. Собирать коллекцию с 1997 года, как она выпускалась. И вот, дособрал. Большую часть я, наверное, собрал еще в детстве. Потом пару вкладышей докладывал, попадался. Вот даму Бубе я очень давно искал, поэтому очень доволен. Также всем желаю находить то, что ищете, тем более по доступным ценам. Ну, иногда просто находить, какая бы цена ни была. Это очень важно для повышения своего настроения. Все, спасибо за просмотр и всем удачи!